Жителям Тверской области осталось недолго терпеть сибирские морозы, которые стоят в регионе. В конце недели их сменит оттепель. При этом ожидаются осадки в виде мокрого снега. Роман Быков расскажет о том, когда отступит холода и надолго ли это. Если начинался этот год с нулевой температуры, то теперь зима вовсю наверстывает свое. Среднесуточная температура сейчас ниже нормы на 7-8, а в каких-то районах Верхней Волжи на 11 градусов. Минувшей ночью в Старице было и вовсе минус 29. При этом сейчас в Тверской области наблюдается парадоксальная картина. В северных районах заметно теплее, чем в южных. Холодная воздушная масса северных районов, она опустилась ниже туда, на Московскую, Смоленскую область. Поэтому вот даже в дневные часы в Бологое у нас минус 12 градусов, минус 11. Ну а вот в Твери, в Кашине минус 20, минус 21. В ближайшие пару дней 20-градусные морозы будут фиксироваться разве что по ночам. А начиная с четверга столбики термометров рванут вверх еще быстрее. В итоге к выходным Верхней Волжи накроет теплая воздушная масса, которая придет с запада. Мы попадаем в теплую воздушную массу, попадаем, да, так называемый теплый сектор циклона. И к выходным на территории области будет снег, мокрый снег разной интенсивности. Ну и температура в ночные часы, основной фон, это где-то минус 1, минус 6 градусов. Ну а в дневные часы минус 4, плюс 1. Однако оттепель будет непродолжительной. С началом новой недели в Тверской области снова задуют северные ветры, которые вернут морозную погоду. Правда, не такую, как сейчас. Столбики термометров днем будут показывать от 2 до 7 градусов ниже нуля.